Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о такой теме, как секс и отношения. Мы уже о ней рассказывали, но сейчас есть возможность поделиться этим еще раз, потому что очень многим она интересна, и на самом деле каждый воспринимает секс, например, как что-то очень важное, а некоторые, например, да ладно, зачем вообще нам это все, и стремятся в какие-то другие сферы. На самом деле, то, что я увидел на основании собственных наблюдений, что взаимодействие между мужчиной и женщиной очень важно. И когда оно строится на доверии и открытости, это помогает каждому раскрыться и стать действительно самим собой. То есть стать таким, каким ты можешь, ну, скажем так, проявиться в лучшей своей степени. То есть когда раскрываются самые внутренние части, потаенные. И когда действительно можешь с другим человеком быть открытым, полностью и честным, когда не надо просто играть роль, то тогда и наступает вот это вот развитие в паре, о котором так много говорят, когда каждый друг другу помогает в действительности раскрываться и становиться осознанным, гармоничным и счастливым. Вот такие бы взаимоотношения я бы назвал любовью, потому что любовь – это то, что дает человеку действительно возможность быть собой, раскрываться и идти вглубь себя. Потому что вот когда я, например, провожу человеку процессинг, то я ему помогаю найти те самые сокровенные вещи, которые у него накопились, которые ему мешают и которые, допустим, приводят его в какое-то негативное состояние, мешают ему любить, мешают ему чувствовать тепло или не дают проявляться любви. Вот это все в действительности можно убрать, потому что когда человек очищен, когда его ум, сознание чистое, то он может и любить, и позволять себя любить, то есть по самым разным потокам. То есть проявлять любовь к себе, наблюдать, как другие любят друг друга. То есть это очень важно. И когда происходит у человека такое вот раскрытие, то есть у него раскрывается его внутренний потенциал, очищается ум, то тогда отношения складываются наилучшим образом. То есть тогда уже не становится на первом, скажем так, месте там секс, деньги, слава или что-то другое. А на первое место приходит способность быть собой и позволять другому быть собой. Вот в этом вот и есть вся раскрытие. То есть раскрытие происходит постепенно, но оно происходит тогда, когда каждый человек действительно идет навстречу, открывается, принимает другого и позволяет себе ему быть самим собой. Вот тогда происходят настоящие взаимоотношения, настоящее соприкосновение душ, сердец и умов, и тел. То есть вот тогда и сексуальное взаимодействие строится совершенно иначе. То есть оно строится на взаимопонимании, оно строится на соединении, на близости. И вот близость – это то слово, которое действительно обозначает состояние любви. То есть близость – это состояние, когда люди могут быть сами собой, когда они могут чувствовать друг друга даже на расстоянии и взаимодействовать. Тут и рождается как раз и вот то, что мы говорим, ясновидением, яснопониманием, телепатические способности. И это очень хорошо можно развивать в паре и друг другу помогать в этом развитии. Поэтому я вас, друзья, конечно же, приглашаю в Академию Счастья для того, чтобы каждый из вас смог стать самим собой, быть в паре с самим собой, позволять другому быть собой. Все это возможно при очищении ума с помощью процессинга счастья. Кому это интересно, пишите в комментариях или прямо мне в личные сообщения. Мои контакты будут в описании видео. И, конечно же, я буду рад общению. Задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, ставьте отметку «нравится» и делитесь этим видео с друзьями. Всего вам доброго и до скорой встречи!